Да, друзья, всем огромнейший привет, турецкий. Вот такой вот солнечный. Сейчас зима, вы представляете, светит солнце на улице. Просто реально жаришка. Мы с вами в Кемере. Это наш первый отель. У нас здесь будет с вами несколько отелей в поездке. Потом еще квартирка будет, где мы будем жить. В общем, очень интересная поездка. Все, смотрите до конца. Сейчас скоро с вами здесь встретимся. Видео будет не так много, как раньше. Поэтому все будет содержательно и компактно. Что, друзья, доброго вам всем московского зимнего утречка. И мы из этой зимы, январские праздники, всех с Новым годом, кстати, отправляемся в Турцию. Так, ну что я вам хочу сказать, позитивный фактор. Смотрите, очередь на входе, январские праздники. В чем позитив? В том, что, значит, все отправляются на отдых, и туризм оживает, это очень круто, это очень радует. Мы все этого ждали. Сегодня мы с вами большим составом нашей многодетной семьи, правда, без старшей дочки. Здесь с нами Никитос, Поля, Жанна. Ну и, конечно же, я, Женя Машков. Я думаю, все меня уже давно знаете. Так, ну у нас, конечно, не без приключений. Начал не в то место в Победе, отстояли, не посмотрели. У нас был перевес. В этот раз нас пропустили, не заставили ничего платить. Здесь, где отбирают воду, обычно ее не отбирают у меня. В этот раз хотели у всех все отобрать. Ну, потому что праздники, кто-то ей все едет отдыхать, а кому-то надо работать, естественно. Немножко злые люди становятся, но это нормально, это логично. И все, прям всем вынуть воду, всем детям. Только питание до 3 лет, у вас что, детское питание? В общем, сказали все убрать. Ну, мы ход конем сделали, ничего не убрали. Я свою воду только допил, остальные все детям оставил. Так, давайте немного атмосферы аэропорта передам. Ну, у нас тут, правда, какая-то суматоха, что-то, видимо, то ли народу много, то ли нас много народу. В общем, какая-то суматоха. Есть автомат с нашими любимыми игрушками. Все время тут покупаем. Ну и как всегда мы забрели в нашу любимую кафешку. Pizza and pasta. Pizza and pasta. Поль, привет, Поль. Привет, сына. Ну, ребята, это трындец. Такое у нас первый раз случилось, мы чуть не опоздали на рейс, 20 секунд был до закрытия посадки, мы бежали бегом, мы что-то прозевали время, позже приехали в аэропорт, просто зашли, и все, и после нас уже закрылась регистрация, прям секунду в секунду, еле успели провести, и мы прям последние затолкались в автобус, в общем, грузимся в Победу, отдышаться не можем, бежали пол аэропорта, еще дальний выход был, но все хорошо, все удачно, мы у самолета, все, загружаемся и летим. Ни разу так рано не прилетали в Турцию 2 числа, обычно числа 5-го. Здесь, знаете, как в сезон. Столько народу, вы смотрите. Прям Турция, Турция. И сразу параллельно видим еще несколько рейсов. Иностранцы. Мы русские иностранцы. В общем, у нас все там так быстро происходило. Мы реально прям чуть не опоздали. Вот он реально пикнул наши эти и закрылась регистрация. Прям там автоматика везде сработала. Это был ужас, никогда в жизни такого не было. В общем, все как и раньше, сертификаты, ПЦР-тесты, все как было, ничего в этом году не поменялось, абсолютно все то же самое везде, что у нас, что здесь. Паспорт показали и пошли. Поль, ты прилетел? Ну что, у нас почти сезон здесь тоже. Ну правда, атмосфера как? Сезон, и солнышко пробивается, exchange. Вот сейчас, кстати, я рекомендовал менять на лиры, курс сейчас к рублю 5,58. Но мы не меняем, мы сразу в банкомате снимаем. Вот, там, ну, минимальная комиссия, есть даже банкоматы, где нет комиссии. Поэтому можно что, двойную конвертацию не делать, сразу наш чемодан. Мы так опаздывали на рейс, что даже duty free вообще не успели забежать. Позавтракали все и бежали, поэтому сейчас здесь сюда зайдем. Возьмем что-нибудь в подарочек,
потому что у нас и отели, и потом квартира будет. Это надо что-то взять. И подарочек, блядь. Соседям Свете, ЛДЖ. Смотрите, я, кстати, балантань все время беру. Он здесь так же стоит, как и в России. О, слушайте, прям как летом. Солнышко светит, куча народа. Это прям точно сезон. Новогодний сезон. Турция, Никит, класс. Да погодка вообще кайф. Просто солнце светит, хоть снимай с себя все одежды. Так, ну все, ребятушки, мы уже добрались. Это у нас Кемер. И отельчик у нас Rixos Sungate. Очень многие любят этот отель. Прямо такой один из нашумевших. И поэтому мы его сегодня с вами посмотрим. Все увидим, как всегда, все подробненько, все расскажем. Так, ну после этого отеля у нас еще будет Титаник Делюкс в Белейке, Бейлис. А потом, конечно же, квартира. Поедем жить в квартиру, которую мы купили. И очень много вопросов уже по прошлому видео. Женя, как, чего, чего. Очень много, на самом деле, нюансов. Но на самом деле все очень просто. Главное все это знать. Вот, мы с Жанной все это уже знаем. Если что, я под видео оставлю информацию, ссылки. Вот, пишите мне в Инстаграм. Вот, я там, если у вас будет желание купить здесь квартиру, приехать, мы вас сведем с нужными людьми и все расскажем. Все тонкости, все нюансы. Так, ну что, кто досмотрел до этого момента, я сейчас записал заставочку отсюда, такую сочную. С солнышком. Чемодан здесь вставляю, ну что, заходим, посмотрим, как у нас там дела. В Rixos Sungate. Так, кто был в этом отеле? Пишите ваше мнение, впечатление, жмите паузу, пишите комментарий. Так, слева у нас рецепцион. Жанна пошла регистрироваться, как обычно. А мы сейчас с детками будем здесь играть в футбол шарами новогодними. Так, давайте пока Жанна там регистрируется. Да, здесь на въезде против хэс-код. Заполнить. Пройдемся с вами немножко по лобби, осмотрим окрестности, территорию. Здесь сюда новогоднее настроение должно быть. Смотрите, качели, ангелы. Там здесь же у нас, судя по всему, гастролейшн и сразу барчик на входе. И туалет, если кто с дорожки торопится. Так, и смотрите, от аэропорта до этого отеля 53 минуты ехать и 49 километров. Вот так вот это я прям сразу в навигаторе прокладываю маршрут. Вот, это если будете ехать по прямой, на частном трансфере, вот так вот быстренько, мы очень быстро доехали, я даже не успел заметить. Вот, а если, ну, заездом по другим отелям на общественном автобусе, то, ну, не общественном, имеется, на групповом, то будет немножечко подольше. Но тоже, как бы, недолго, все зависит от того, какой там маршрут будет заложен. Но это самая достоверная информация, потому что на некоторых сайтах заходишь, везде, где по линейке прокладывают, где еще, как-то везде информация разная. Здесь четко, навигатор положил, от и до. Да, друзья, не забывайте поддерживать это видео лайкосиками вашими, заряжайте, не жалейте. Можно, кстати, даже дизлайк нажать, кому не нравится, все равно больше не показывает сколько. Вот, и комментарии обязательно пишите, поддерживайте видео, делитесь своим мнением. Если кто здесь был, делитесь своими впечатлениями. Еще раз всех с Новым годом. Такая турецкая елочка здесь. И здесь есть вот такие подарочки для всех приезжающих, а внутри пустота. Все равно очень красиво. Так, и мы выходим обратно из отеля, собрав свои вещички. И на машинку садимся и поедем сейчас к нашему номеру. Привезли на машине. Вот такой корпус. Какой-то, ну, свежий корпус. Нам раз будет на четвертом этаже. Здесь на полу ковры. Никто с чемоданами вам мешать не будет.
буду усиляться. Вот, знаете, такой лабиринтик. Ковры чередуются с пространством, где нет номеров. Здесь уже не ковры, поэтому не так важно. И дальше опять ковры. Мы ищем свой номер. Номер у нас будет 4401. Так, ну давайте пока чисто сделаем обзор номера. Пока чисто, у нас, конечно, всегда чисто. Так, смотрите, при входе. Шкаф большой, давайте так ускорим, чтобы нам не затягивать. Я не хочу делать больше много видео, чтобы вы их потом не смотрите. Сейф, шкаф, тапки, в общем, подушки запасные. Дальше, с другой стороны, так, разворачиваемся. Опа, здесь у нас ванная комната. Я сюда еще не заходил, не знаю, что тут вообще происходит. Справа у нас стена, это туда уже номер дальше идет. Есть и раковина, фен, все принадлежности, да, банные, все как обычно. А, этих не вижу зубных щеток. Берите с собой. Ну, палочка для ногтей есть. Подсветочка. Здесь у нас туалет. Здесь у нас душевая кабина. Вот такая вот большая, полностью закрывающаяся. Мочалка. Есть мочалка, да? Для души, для души. Мочалка есть? Да. Мочалку не обнаружу. Так, пойдем дальше. Ну, естественно, полотенце, халаты, все это есть. Опа-на. Дальше сюда перемещаемся. Здесь у нас подставка для чемоданов, зеркало большое, телевизор. Здесь у нас столешница такая. Так, давайте что-то детки нам там нашли, показывают. Что там нашли? Что это вообще за место такое? Секретариат. А, смотрите, это дамский столик. Здесь прям вот так открываешь и наводишь себе марафет. Пальцы только себе не прищемите. Здесь стоит телефон. Так, вот что-то я это не обнаруживаю. А, вот, обнаружил. Мини-бар. В мини-баре у нас два бира, кола, фанта, водичка с газом, водичка без газа. Темновато, да, немножко. Ну, темно, потому что здесь две кровати. Ну, темно не поэтому, сейчас скажу, почему темно. Тумбы, юмбы, розетки, все есть. Кровать для Польки. Почему темно? Потому что здесь вот такая штора на пол номера, да, она вот так вот перекрывает, и она зонирует пространство. Потому что здесь у нас еще диван, где Никитосу постелили лежбище. Будешь здесь обитать, а мы будем в отель тусовать. Давай, ложись, это твоя лежанка. Так, ладно, шутим. Давайте, открываем дверку, у нас здесь еще балкон есть. А, что-то у меня не могу открыть балкон. Ты закрыл от детей, что защиту? Так, открываем, выходим на балкон. Балкон большой. Смотрите, здесь еще стул, столья. Здесь закуток есть тоже для кого-то. Все, можно даже еще одну кроватку поставить, потому что здесь, смотрите, все так застеклено. И вид на сосны. Прям даже, можно сказать, на сосну, до которой можно дотянуться практически. Хотел увидеть, конечно, море. Море не видно, но потому что этаж невысокий. Здесь очень зеленый отель, судя по всему, да? Очень много зелени. Поэтому нет высоких зданий. Вообще посмотрим и видов на море. Но хотя, вы знаете, вот оттуда, я думаю, будет видно, видно море. О, запах просто волшебный. Пихты, облепихты. Шишками даже пахнет. Вот прям шишки бери, сорвай. Класс, супер вообще. И солнышко видно, все видно. Как вам номер? Как вам первые эмоции? Жмите паузу, пишите обязательно. Потом все почитаю. Все читаю лично, все комментарии тоже отвечаю лично на все ваши вопросы. Так что пообщаемся, спускайтесь вниз. И если у кого какие-то тоже есть опыт какой-то по этому отелю, по другим, спускайтесь, можете там общаться, прям как форум такой разворачивать. И общаться. Для деток здесь есть специальная подставка. Можно залезть и помыть руки. Так, хватит торчать в номере. Вон, это наш номер, вон там вот. И номер у нас Superior идет, это не стандарт. Вот он наш корпус, большой такой. Вот. Пока не знаю, какой корпус здесь какой. Потом вам все буду рассказывать по ходу, когда буду знать. Да, не забывайте подписываться к Жанне в Инстаграм, ко мне в Инстаграм, все ссылки там в описании, все будет. И полезные ссылки тоже, да, как вот CSS-код получить, все остальное. Все всегда под видео спускайте туда. Так, по поводу цены на отель, мы бронировали уже давно, за полгода, там 4 отеля.
Я не знаю, в один поедем или не поедем, потому что еще потом квартира, хочется квартирку приехать, вот, и не помню, что там было, но если вы хотите просчитать, ну, тем более мы брали заранее, в любом случае цена уже была дешевле, сейчас она уже не актуальна будет. Под видео три ссылки на разные сервисы, заходите, вбиваете свой город, вылет из состав, все, и, не знаю, одну минуту вам на просчет, и вы уже знаете актуальные цены. Три разных сайта для сравнения, заходите, выбирайте. Но если вы захотите оформить тур или не знаете, какой вам отель выбрать, то к Жанне пишите, она со своей командой, со своими девочками подберет вам тот отель, который вам будет действительно нужен, чтобы не получилось так, что приехали бюджетный какой-нибудь, молодежный, а вам хотелось семейного, или наоборот, вы хотите семейный, а вас отправили в молодежный. Знаете, такие сцены иногда бывают, когда у бассейна все лежат, тишина, так красиво, релаксует. И компашка такая молодая, которой не хватает драйва, своей колоночкой, а им бы нужен был совершенно другой отель, вот, где бы им было весело и круто, чтобы там был заряд эмоций. И вот я пока иду болтаю, вы разглядываете территорию. Ну, то, слушайте, эмоции просто очень классные. Здесь очень вкусно пахнет, очень круто, все зеленое, прям вообще супер. Дизайн такой классный. Детки бегают, радуются, как не нарадуются. И вот мы идем, и там уже видно море. Хочется прогуляться до моря, посмотреть на его красоту. И, кстати, там ветерок сильный, смотрите, там ветер прям очень сильный, я это вижу уже. А здесь идешь, вообще ветра нет, хоть у меня мохнатка есть. Которые просили в комментариях, Женя, купи мохнатку. Я купил мохнатку, чтобы звук был лучше. Беспроводная радиосистема. Вот, специально к этой камере, Cosmo Pocket 2. Чтобы звук был хороший, потому что здесь стабилизация классная, картинка классная, но звук здесь ужасный. Смотрите, волейбольная площадка. Вот, что вижу, по остальному я все сейчас, когда узнаю, когда здесь побуду, я вам уже буду ходить, потом рассказывать. А сейчас такое, знаете, первое видео эмоциональное, как будто вы сами приехали, да, поэтому одевайте плавки, залезайте в ванну и заряжайся этими эмоциями, этим позитивом. Сегодня погода просто шикарнейшая, солнце светит, прям реально тепло, 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 тепло. О, какая красота. Здесь как раз уже ветер начинается, интересно, выдержит ли, кстати, моя мохнатка. Вот отсюда вижу горы. В этот раз ничего вам на потом не буду оставлять, как обычно. Вы пишите комментарий, Женя, все потом, скажи потом. Что вижу, все буду снимать, все увидите сразу. Видео будет немного, не буду делать кучу этих видео. Все буду вам сразу заряжать. Чёненьки. А это птица там или коптер? Коптер, птица, конечно, в таком ветру. Коптер унесет. Так, здесь, судя по всему, должен быть пирс, но зимой очень многие пирсы разбирают, а здесь закрывают, очки забыл взять, тяжело на вас смотреть против солнца. Знаете, береговая площадка, 900 метров налево, дети вот как раз с нее уже бегут. Так, горки я вам вот эти показал, да, не знаю, подберемся до них поближе, но сейчас, наверное, не работает, потому что подогреваем бассейн, здесь нет, в этом отеле. Вон там с одной стороны был пляжик, да, небольшой, здесь уже пляж побольше. Ну, зимой тоже все шезлонги убирают, иногда несколько штучек оставляют. Сейчас мы их с вами попробуем найти и посмотреть. Так, есть, смотрите, плавный спуск. Так, про беговую дорожку, это вот, по-моему, вот здесь вот. Бегают прямо по этой дорожке. Спуск к морю, пляжу. Ну, зимой, как правило, все пляжи конструируют, поэтому не обращайте внимания, что то, что сейчас здесь какая-то труба торчит. И сезону, я думаю, здесь все будет идеально, и, возможно, свежий песочек завезут. Так, смотрите. Лавочки у нас вдоль беговой дорожки. И вон там, смотри, такая зеленая зона. О, там можно шезлонги положить себе под навесом, летом или даже зимой взять коктейльчик. Холодный? Ну, здесь же у нас бассейн неподогреваемый, как я уже сказал. Знаете, бассейн такой не маленький. Раз часть, два зона. Туда дальше уходит. Ну, мы дрон запустим с вами и посмотрим. С высоты птичьего полета. Смотрите, здесь вот продолжается этот бассейн. Там же у нас номера. Там какая-то движня. Сейчас мы идем на эту движню. Слушайте, погода просто дает контент. Просто шикарно смотришь на эту красоту. Идешь, аж глаза режет. Прям вообще. И тепло, главное, солнце греет. Мы сколько месяцев назад, когда здесь были, или полмесяца назад, такой погоды не было, было намного прохладнее.
сейчас прям, вот прям жарко. Я иду вот кофт на всякий случай, реально жарко. Но если сейчас солнышко уйдет, то уже посвежее будет сразу намного. Так, смотрите, какие-то вело тут, зоны, велотренажеры. Да, одним видосом здесь не обойдется. Мини-джакузи есть. Придется все равно пилить вам контента полезного. Но, как всегда, стараюсь вам только снимать интересное, полезное. Не повторяю. Здесь, смотрите, лежанки такие. Можно тоже вот так присесть. Смотрите, люди вот там справа от меня, видите, прям как летом, в плавках сидят. Слушайте, атмосфера вообще космос. Какая это зима. Это прям не зима, это реально лето. Летняя офигенная атмосфера с музыкой, солнце. Ну, естественно, конечно, солнце делает очень много. Если бы сейчас были бы хмурые тучи и дождик, всего бы это, конечно, не было. Но это просто вообще... У меня улыбка просто до ушей, у меня уж скулы уже болят от моих улыбок. Очень круто. Главное за музыку, чтобы не забанить, поэтому сейчас чуть-чуть болтаем. Вообще кайф. Слушай, ну это прям мега позитивное местечко. Еще, знаете, так после зимы в лето солнышко, музыка вообще. Все не хватает теплого, подогреваем бассейн, было бы вообще супер. Так потанцевал, занырнул. Ну, атмосфера очень крутая вообще. Но следующий Новый год я, наверное, буду отмечать в этом отеле. Мне прям заходит на ура. Никитос, тебе как, сынок? Класс? Никита прибила. Он давно не был в курсе. Ну, конечно же, рядом с таким местом должен быть бар. Вот он. Все красоты здесь. Смотрите, сразу вижу пиво в бутылках. Red Bull, не знаю, экстра или нет. Попозже знаю, вы тоже увидите все. Знаете, соки пакетированные. А, по крепкому тоже не вижу, потом расскажу. Так, набрали орехов, сок. Орехи, кстати, очень хорошие. Такой богатый ассортимент. Много фисташек. И будем сейчас над солнышком здесь сидеть, подзаряжаться, потому что покушать надо туда, в главный корпус идти, но мы хотим сидеть на солнышке, порелаксировать немножечко. Так, орехов, конечно, нам мало, до ужина еще далеко. Мы идем на поиски еды, смотрите, какая здесь живая новогодняя арка, новогодний туннель. Мы сейчас попадем в лобби, на ресепшн, потому что я оттуда видел эту зону. Очень красиво, да? Очень красиво. Судя по запаху, здесь пахнет кофейком, и значит, здесь есть кофе, а значит, рядышком где-то есть что-то вкусное и сладенькое. Вот я уже отсюда вижу, смотрите, печеньки, плюшечки, можно подкрепиться с дороги. Даже турецкие сладости есть, и еще пироженки. Так вот я себе набрал. На самом деле тут очень большой выбор печенья. И по виду они очень вкусные. Либо мы просто очень голодные. В такое местечко, где можем сидеть. Очень так уютненько и тепло. Все, и вот здесь заказываешь чаек, кофеек. И не надо стоять ждать, говорит, присаживайся, вам принесем. Эти водички здесь Хаят. Такая бутылка. Детки добрались до качелей ангельских. И катаются там. Мы с Жанной там в закуточке сидим, кофеек пьем с чайком. Качель, конечно, прикольный тем. Смотрите, если вы будете отдыхать в Риксосе, мой вам совет сразу же. Первым делом на гастролейшн отправляйтесь и записывайтесь на поездку в Риксос. Ну, в Риксос, имеете в виду, так в Риксосе находится. В Риксос парк легенд, который на аттракционы, потому что если проживаете в любом отеле Риксоса, то парк аттракционов, аквагорки, если они работают в сезон, все вам доступно, все бесплатно, вообще ни за что платить не надо. Вас на автобус 9.30 приходите, садитесь и отправляют. Сейчас один раз, по-моему, в 3 дня, что ли, ходит, или в 4, в общем, все меняется. Подходите, сразу записывайте, потому что у нас сейчас только на 5 число доступно. Вот, и плюс, если вы 7 ночей отдыхаете, у вас бесплатно один а-ля карт-ресторан включен, поэтому тоже записывайтесь. Но у нас сейчас ближайшее, там только на 8 число есть свободное место, но мы уже уедем, поэтому мы без а-ля карты в этот раз. Так, мы еще сейчас ищем наш номер и по пути нашли боулинг. Вот так вот выглядит зона боулинга. Я даже знаю, как объяснить, где она. Если выйти, зайти в ресепшн, пройти насквозь, выйти в отель, как бы вот
сюда. И налево надо пойти, и тогда здесь будет боулинг. А, кстати, здесь есть карта. При заселении вам дают карту. Если не забуду, то под видео тоже оставлю ссылку на эту карту. Можете будете зайти и посмотреть, что там, где находится, все расположение. У нас уже, как вы могли заметить, все вечереет. Мы отправляемся искать ресторан, чтобы поужинать. Давайте немного вечерней атмосферы. Живой такой, чтобы вы понимали, что происходит вообще здесь. Ресторан у нас на втором этаже, здесь по эскалатору. Так, заходим. На входе маски не обязательно, их даже не предлагают. Я попросил. Намного честно, поэтому лучше обезопаситься немножко и быть защищенным, хоть так. Но, кстати, скажу, что мне кажется, помогает. Так, смотрите, атмосфера в ресторанчике. Мы выбрали местечко вот так вот возле окна. Смотрите атмосферу. И очень мало народу в ресторане. Прям очень пустынно, очень свободно. Прибор здесь вот так вот, без индивидуальных упаковок. Ну, на самом деле это не важно, главное, чтобы они были чистые. Поль, ты готова покушать вкусно? На шведский стол на все вплетено, а? Немного ключевых фраз, чтобы YouTube знал, о чем видео. Хитрый YouTube наш. Так, сынок сам себе сходил, набрал, смотри, прям филе куриное, макарошки. Сам набираешь уже, сынок подрос уже большой, сам ходит набирает. Скоро и Полька подрастет, да, за? Тоже будешь ходить, сама набирать. Я за соусом. Давай. Знаете, вот некоторые, ну, там пишут по поводу маски, что это все фигня. Но мне кажется, вот если носить маску, там, протирать клюрки антисептиком, чаще их мыть. Во-первых, каждый раз, когда ходишь в туалет, надо умываться, дополнительно промывать глаза и нос. И тогда, мне кажется, вероятность, что бациллы прицепятся, намного меньше. Мне кажется, лучше это соблюдать, да, и, возможно, всем его меньше болеть. Такой небольшой лайфхак от меня. Мне кажется, это все-таки помогает, как ни крути. Какая-то процедура. Так, ну вот здесь еще места, где можно присесть. Так, очень красиво, приятно. И вот у нас, собственно говоря, раздача. Шведский стол, буфет. Кто как его называет, кстати, пишите. Давайте, знаете как, сейчас, если что-то вкусненькое будет, я вам поснимаю. А основную еду я вам уже попозже сниму. А почему? Потому что каждый день что-то кушаешь, и потом, когда я буду снимать, я уже буду рассказывать, что вот это реально вкусно. Вот это невкусно. Я думаю, у нас будет максимум там 1-2 видео. Вот, поэтому скоро вы все увидите. Вот так вот сейчас пока обзор, чтобы показать. Ну, конечно, очень хочется кушать, что пока я сейчас буду ходить все это снимать. Реально, мы с дороги. Ели только какие-то пирожные, булки. А сейчас я все поснимаю, все распробую и вам все покажу. Да, мне кажется, так очень оптимально такой формат. Ну, вот так вот обзорника тоже, вот, чтобы вам атмосферу передать. Так, ну а вечером спускаемся в рестораны. Здесь у нас сегодня будет вечериночка, мероприятие, концерт Мити Фомина. Кто помнит такого артиста нашего детства, нашей юности? Здесь же, смотрите, вам могут налить вареного глинтвейна из шишек. Это из шишек, да? Я понял. Это просто атрибут красоты, а так пахнет очень аппетитно. Смотрите, какая красота. И смотрите, как на улице вечерком. Красиво. Подсветочка. Бар, все подсвечивается. Смотрите, как здесь красиво. Тут вот днем вот здесь в бассейне сидели. Так вам для понимания. Здесь прям, смотрите, дождь, светящийся под деревьями. Конечно, ночь, атмосфера классная, красиво. Эти, на баре вот эти стойки вообще прям потрясающе смотрятся. Концерт, это, конечно, все круто, здорово, друзья. Но, блин, представляете, весь отель запихнуть вот в эту комнатушку. Хотя на улице сейчас хорошая погода, да, то есть прям реально тепло, солнечно, прогноза дождей нет. Еще все курят, причем курить разрешают, хотя пепельниц на столе нету. Блин, сейчас, когда начнется концерт, кстати, весь отель туда забьется, это будет смертоубийство. Я не знаю, о чем вообще думают организаторы, но хочется сказать, что это не жесть, а что это пиздец, друзья, блин, реально. Вот, смотрите, как шикарно, просторно поставили сцену. Не как бы есть основная сцена, но она возле моря, там сейчас ветер. Но можно здесь все организовать, спокойно все разместятся.
Но там, блин, уже творится трэш, а попозже будет то, что я сказал. Не знаю, это жесть полная, причем такого от организаторов ожидать невозможно. То есть надо просчитать, сколько народу в отеле, сколько там помещается. Во-первых, не сесть это вообще никак, там люди заранее занимали, и то там уже люди ругаются, и все из-за места. Ну, блин, организаторам вообще ноль за это шоу. Спасибо всем, кто провел этот день с нами. Возможно, дальше будет продолжение. Или если это конец видео, если поделим на части, то огромное вам всем удачи. Как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Держайтесь солнцем, морем, позитивными эмоциями, вкусняшками. Огромное вам всем удачи. И пока. Ну и спокойной ночи.